в нашем центре даем людям инструменты, так, и мы как бы обучаем человека жить с этой проблемой. Ну, как, к примеру, больные с сахарным диабетом. Они вполне комфортно могут жить и сосуществовать со своим заболеванием. Так точно с зависимостью. Если человек выполняет все наши рекомендации, то он нормально живет, нормально функционирует и не возвращается в активное употребление.